Всем привет! Наталья Орейро спустя 20 лет примерила образ из «Дикого ангела». И вы знаете, она совсем не изменилась. Привет, как дела? Наталья Орейро недавно пообщалась в прямом эфире со своим бывшей коллегой по сериалу «Дикий ангел» Факундо Арана. Она сказала, что поклонники часто спрашивают, сохранила ли она одежду со съемок, и с таким же вопросом обратилась к Факундо. Актер заметил, что ему нечего было оставить на память о своем герое Ива, поскольку он в сериале постоянно носил классические костюмы. Тогда Наталья достала свою знаменитую полосатую футболку и надела красную бейсболку, которую носила ее героиня Милагрос. Арана в этот момент восторженно захлопал в ладоши. «Что уставился? У меня уши не оттуда растут?» – по-хулигански спросила Орейро своего партнера по сериалу. «Отлично! Здорово! Ты выглядишь точно так же, как это возможно. Ты такая же, а я дядя Ива. Что же произошло?» «Нати, ты та же! Не могу в это поверить, подруга!» – воскликнул Факундо, который старше Натальи всего на 5 лет. Напомню, сериал «Дикий ангел», который стал невероятно популярным среди российских зрителей, снимался в течение 2 лет – с 98 по 99 года. Тогда начинающей певице и актрисе Натальи Орейро был 21 год. Несмотря на свою молодость и отсутствие актерского опыта, Наталья принимала активное участие в создании образа своей героини и многое внесла в сценарий. «Дикий ангел» принес ей мировую популярность, а песни из сериала до сих пор остаются хитами. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что оставались со мной. Кому понравилось, ставьте лайк и оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!